Губернатор Приморья принял участие в научной конференции «Гражданская война на Дальнем Востоке России. Окончание. Итоги. Последствия». Это та часть истории, которая так или иначе, значит, должна быть доведена до младшего поколения, доведена до тех людей, кто, может быть, и не совсем знаком с ней, с тем, чтобы подобного никогда не повторялось в нашей стране. Конференция организована Российским историческим обществом Дево Оранды, УФУ, Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока и собрала ученых из разных регионов России. В своей речи глава региона Олег Кожемяка особо подчеркнул, что важно продолжать изучение периода гражданского противостояния и иностранной интервенции в России. Вспомнить забытых героев тех событий с обеих сторон конфликта. Для нас очень важно сегодня обратиться к истокам этой гражданской войны, рассмотреть ее, значит, да, сделать выводы с тем, чтобы это потом подать молодому поколению, что нельзя даже в корне допускать таких вещей, нельзя давать возможность раскола общества. С мнением о том, что одна из задач историков – сделать так, чтобы трагические события истории нашей страны не повторились, согласились многие. Специалисты отмечают, что в последнее время в научный оборот введено множество документов, ранее недоступных для исследователей. Однако и здесь необходимо критически подходить к источникам, оценивая их максимально объективно. Анна Дьякова, новости на Восьмом.